Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Станислав, это канал Лайк Позитивный, а это у нас Final Fantasy 2. Ну что ж, ребята, уже у нас 5-6 серия, уже не знаю, уже запутался, но у нас уже 4-я ночь. Наконец-то уже 4-я ночь и вторая, ну, часть, третью часть, я не знаю, как проходить Final Fantasy. Ну, ребята, напишите мне в комментариях, кто-то писал, говорим, но я уже забыл. Напишите под этим видео, как правильно проходить Final Fantasy 3. Я не понимаю, честно, с этим зайцем вопрос. Здесь я все ясно предельно, пробуем пройти. Четвертую ночь, уже скоро финал, я думаю. Я нажимаю continue, поехали. 9 часов, 4 ночь. А, запустился. Так, куда ты? Где нет уже? Во. Так, опять все вспоминаю. Ну, конечно, предельно все ясно. Вот сюда вставляем. Вставляем, нет, просто наводим. Да, все, все уже вспоминаю. Тем более, в Final Fantasy 2 уже почти никто не играет, все в третью часть рубится, а я вторую, видите, ребята? Как так получается? Кто пришел? А, ну, блин, идет леса. На четвертой ночи я уже вижу, все приходят. Да, уже кто-то вот подошел. Хеллоу сказал, а? Так, опять поломали. Кто пришел? Сайта белые. По-моему, меня тогда убил тут малый, но пришел малый, все заблокировал. Этот с шариками какой-то попал бой, как хер не знает. Теперь шариками торгует, короче. Он меня и замочил тогда. Я ж не знал, что будет приходить все. Я думал, в зайце будет приходить вот этот лиса и курица. Курица, да. Утка точнее. Как ее там, Чика вроде бы называют. Видите, как, ребята, час ночи уже, это уже хорошо. Так, никого. Час ночи, никого. Странно. Ну, не странно, сейчас появится кто-то. По-любому вылезет. Я уже скримеров не боюсь, в принципе. Я к этому привык. Вам, ребята, тоже, думаю, не страшно. Но проходить ее очень классно. Так, час ночи. Странно. Так, кто когда входит? А, ну привет, опять лиса пришла. Час ночи. Так. Я же говорю, только хай лиса приходит и все, я буду ей платить зарплату. За то, что она приходит. Половину буду отдавать. То, что охранник зарабатывает. Тогда будет все отлично, но... Тратится 2 часа ночи только. У нас уже зарядка кончается. Уже 3 осталось, все 3 палочки. Наш этот iPad разряжается. Кто по шахте? По шахте лазает. А, пришла вот эта, да? Как-то и так, да, вроде. Не знаю, как против нее бороться, поэтому. Ой, эти пришел, этот пришел. Вот так. Кстати говоря, 2 часа уже. Ну хотя и 2 часа и было. Не, хотя бы 3 давайте уже. Не, подождите. Так, хай, 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 кто сказал хай? Ой, пришла, 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 блин, это. Все, ой, сломал. Сломал. Сломал, молодец. 2 часа ночи, у меня все поломало. Меня убила какая-то новая, по-моему, аниматроника. Белая, по-моему, волчица. О, что это что такое? Мини-игрушка, да? Что-то не играл втором в Final Fantasy мини-игре. Не, не играл. Какой противный звук. Я за медведя играю, да? Ты что делаешь? Что за звуки, блин, противные, да? А, опять за это следует, понятно. Уже было это было. В третий час я это проходил. Первый час я не помню, что такое было, что такое. Что за, блин, звуки странные? Аниматроники издают. Так, нам не стоит. Стоять, блин. Кто бегать должен? О, кровишка. О, тупик пришел. Так, подарок какой-то стоит. Коробка какая-то. Нам туда, да?
А, нет. Сейчас ошибка будет, да? Я пришел тут тупить. А, включилось. Ну хорошо. А, меня в меню выкинуло. Ну нормально там, да? Короче говоря, если есть какие-то чит-коды, пароли, я этим не пользуюсь. Если есть они, можете написать тоже в комментариях под этим видео. Пишите, кто на YouTube зарегистрирован, пишите. Может быть, попробую. Есть такие. Также дополнение, я тоже думаю, поиграю. Но давайте еще раз попробую все-таки. Continue нажимаем, 4 ночь. Курсор я вроде бы отключил, не знаю, мантикамом записываю 35 кадров. Да, 35 стоит на месте. Хорошо, поехали, давайте еще раз. 4 ночь, 12 часов, пробуем еще раз. Отличненько, загрузилось. Так, нам телефон не звонит, это уже хорошо. Давайте сразу заводить ее до конца. Чуть-чуть, да, промахиваюсь, из-за этого я проигрываю, да? Телефон нам не звонит, это уже хорошо. Электричество сэкономили мы. Сэкономили тоже. Веса, конечно же. Я чуть-чуть попалить фонарь, все, она потом уйдет, спокойно. Ну да, 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 по идее должно быть. Сейчас уйдет. Пытаться заводить. Что? Что, никого, это хорошо. Очень даже хорошо. Все полетит теперь. На четвертой ночи уже там посложнее видно. Вот, уже по вентиляции кто-то шапка. Шастый, понимаете? А, новые пришли. Не, они так. Да помог ты даже вообще-то. Все, помогло. По-любому помогло. А, ну это пришло. Не, подожди, постой там секунду. Она сейчас здесь вылезет, да, с пустого, да? Падла такая, нет? Не, не вылезла. Так я бываю, что вылезает. Она через окно могла залезть, у меня там окна нету как раз. Она могла себе зайти спокойно. Дверей же здесь нет, как в первой части. Час ночи, я уже разрядился я наполовину. Я проигрываю! Не-не, я не должен проиграть, по-любому не должен. Знаете, пришли, хорошо. Я здесь реально посложнее, четвертая ночь, какая-то напряженная сегодня. Этот еще малолиси придет, вот это будет капец. Он все ломает мне, вот это вон самый хуже здесь. Четвертая ночь. Своими шариками, блин. Ни хера ж не робот, а приходит, все ломает мне. Малые они такие, невоспитанные. Со своими шариками. Нахера мне надо, пожалуйста, скажу мало. Повентиляция вот так. Я слышал, слышал, как ты подходишь. Я все слышал, Молодец. Все, поздравляю, ты молодец. Даже посидеть не хочется. Чуть-чуть припугнул, ну ладно. Слышал, как он ползет, очень даже отчетливо было слышно. Ну, не успел, наверное, просто надеть маску как бы. Поэтому, ребят, давайте, может быть, даже закончим, я думаю, на этом серию. Давайте, ребята, реально закончим. Поэтому спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на мой канал, лайк позитивно. А это была игра Five Nights at Freddy's 2. Все, спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Заходите в группу ВКонтакте. Все, до скорой встречи, всем пока.